Организация отдыха и занятости детей и подростков во время летних каникул является одним из приоритетных направлений как республиканской, так и муниципальной власти. Сегодня это стало доступным еще и благодаря республиканской президентской программе «Организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Татарстана». Как и во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан, в нашем районе, конечно же, организована работа по реализации программы «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи Республики Татарстан». В нашем муниципальном районе в течение лета будут действовать 5 лагерей. Два муниципальных – это летний оздоровительный лагерь «Солнышко», летний оздоровительный лагерь «Ровесник», лог «Раздолье», лагерь детского дома «Березка» и военно-патриотический палаточный лагерь «Юный армеец». Согласно всем требованиям Санпина и Роспотребнадзора, соответственно, пожарной части ГИМСа проведены все необходимые обработки дезинфекционные, проведены инструктажи, укомплектован штат, проведено обучение по технике безопасности. И, в общем-то, на сегодняшний момент лагеря приступили к своей работе. Буквально на днях в лагере «Ровесник» состоялся первый в этом сезоне заезд, который особенно порадовал детей, ведь отдыхать в нем стало намного комфортнее. Это связано с тем, что в этом году «Ровесник» вошел в программу капитального ремонта загородных оздоровительных лагерей Республики Татарстан. Был проведен капитальный ремонт в столовой, в клубе и двух домиков. Была проведена замена дверей, окон на пластиковые, покрыты крыши. Покрашен фасад, потолок, полы и стены. Также была проведена замена водонапорной системы, водонапорная башня и замена каптажа. Мы его очень ждали, потому что все же хочется детям побольше условий, чтобы дети были довольны. Пластиковые двери и окна для нас – это вообще радость. Москитные сетки – вообще удовольствие. Дети очень ждали, и мы рады, что мы зашли в такую программу. Летний оздоровительный лагерь «Ровесник» заметно преобразился. Отдыхать здесь стало одно удовольствие. Прекрасный вид на Каму, уютные жилые домики, замечательный клуб и долгожданный танцпол. Что еще нужно для отличного отдыха? Детей море, много заявлений. Хотелось бы, чтобы построили еще пару домиков хотя бы. Ну и медпункт, конечно, медпункт в первую очередь. Нужно его лицензировать и ставить желательно новый. Руководство лагеря надеется, что благодаря республиканской президентской программе «Организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Татарстана» удастся сделать «Ровесник» идеальным.